Сейчас я вам расскажу и покажу, как пользоваться насадкой AG Polishing. Для того, чтобы начать работу, волосы нужно по возможности максимально вытянуть. Можете утюжком, можете феном, как это будет вам удобно. Главное, чтобы они максимально были ровными. Возьмите примерно такой структуры волос вполне вам подойдет. После того, как выпрямили, обработаем стайлингом, чтобы волос не электризовался. Итак, мы выпрямили волосы. Достаточно ровненькие получились они у нас. Теперь разделяем, выделяем пробор. Риденьки, то проборы можно делать, зоны выделять более крупные. Итак, мы выделили. Самый главный принцип в насадке ее работы, то есть задать пряди волос, вот мы выбираем прядь, максимальную градуировку. Что это? Допустим, если волос одной длины весь у нас, то соответственно, поднимая кверху, делая оттяжку наверх, то есть мы создаем максимальную градуировку. И если волос градуированный стрижкой, то оттяжку нужно делать вниз, чтобы градуировка была волосками. Итак, мы обработали нижнюю затылочную зону, убираем ее, выбираем следующую зону. Тут у нас еще одна зона. Убираем лишние и продолжаем также обрабатывать волосы попрядно с оттяжкой наверх. Для удобства захвата прижимаем пальцами, заводим прядь, прижимаем и протягиваем. Если прядь очень толстая, то есть, соответственно, нужно либо выше уйти немножко, либо выбрать прядь потоньше. В среднем такая процедура в обычных салонных условиях займет порядка 15 минут, 20 максимум. Когда очень много поврежденных кончиков, в принципе, время обработки доходит до 40 минут. Но опять-таки это уже при наличии навыков. Через 3-4 стрижки этой насадки вы сможете чувствовать себя уже достаточно уверенно и работать как с обычным инструментом. После обработки волоса машинкой этой процедуры хватает на 2-3 месяца, это как минимум. Ну, если волос не сильно посечен, не сильно сухой конце. Так, обработали мы половину. В принципе, уже как бы виден результат. Но этот результат вы обязательно покажите вашей клиентке. Итак, продолжаем
аналогично. Очень часто приходит в салон клиенты, которые просто хотят освежить концы. По сути, эта процедура очень и очень им подходит. Обрабатывается буквально там миллиметр. Если волос не посеченный, мы просто освежаем кончики. Делается это буквально за 10 минут. То есть ваше время рабочее на стрижку сокращается максимально. Есть вот этот вот рычажок для выдвижения лезвия. То есть я его немножечко пилочкой обычно для ногтей обровнял, чтобы он здесь не давил, потому что края очень острые и давят вот этот вот палец, немножечко поддавливают. Поэтому пилочкой обработайте, и все, вам ничего мешать не будет. Эта насадка подходит как раз на очень распространенные бренды Moser, Ermila, Well, Hairway, Oster 616, 606 с ножами 45-46 мм. На все эти машинки эта насадка подходит. Очень важный момент еще. Когда вы берете прядь, старайтесь максимально вот этим пальцем прижимать на уровне вот этой планочки прижимной. То есть отделили, прижали, пальчиком придавили. Все, прядь фиксируется. Распределяем. Каждый раз мы наблюдаем за прядью, то есть сколько убралось, все, достаточно, есть один волосок, пошлись еще раз, вот до того момента, где он находится, все, вот мы его убрали. После того, как мы обработали волосы, самую нижнюю краевую зону можно тоже обработать машиночкой. Слегка кончики подровнять.
Процесс закончен, волосы обработаны.